Здесь лежит парень, молодая семья, беременная женщина, и с мужем ехали, выбирались из Гостомеля, Бучи, сюда через Ирпень, и тут около жирафа попали под обстрел. Его убило на месте, а жену, получается, ранили в позвоночник и в голову. Мы поехали, их забрали, жену мы спасли. Сейчас она в Запорожье, правда, ребенка потеряла. Ну, как бы, все нормально. А он здесь пока лежит, я с его мамой постоянно общаюсь. Там хотят забрать, но ждут эксгумации. Ну, и второй там парень с теробороны. Как там, мы не можем понять тоже до конца, кто, ждем эксгумацию. Перший 200-й, це була дівчинка 3 роки. Її привезли батьки, їхали батько, мати, двоє дітей і тітка з ними. І вони попали під перехресний вогонь на Житомирській трасі, з-за Буча виходили і приїхали до нас. Ну, поки добралися, дитину вже привезли в стадії клінічної смерті, а тітку у важкому стані. Тітку ми спасли, а дитину ми вже тут намагалися, як намагалися, не могли. Це був такий перший 200-й, який, ну, у нас плакали чоловіки. У мене в кварталі 8 невинно вбитих людей. У мене дитячий садочок, моє приміщення, яке здавав під дитячий садочок, в дитячому садочку розстріляли молодого чоловіка в голову. За що? Явно він був не диверсантом, ніяким не, ну, просто розстріляли. Ну, продавщиця, яку всі знали в магазині «Коло», застрелили в висок. За що? Двоє дітей лишилось. Тому такі жахи, ці всі шрами, вони лишаються на душі у нас, тут у всіх, у ірпінчан. У кожного десь на кварталі, в районі прикопаний хтось із родних, близьких, сусідів, яких тоді в той момент нереально було ховати. Треба було щось робити з тілами. Ці могилки зараз ексгумуються, достаються, але це все, ну, в пам'яті, в душі. Ну. Щоб ви розуміли, в поліклініці морга нет. Ну, апріорі його не существує. Ну, вийшло так, що, ну, 200-ї почали, 300-ї умирати і 200-ї поступати. Просто їх почали бійці привозити і как би отак от. Нам прийшлося от там в краю, там був самий холодний такий, комната самая холодная, получается, пролет, там лестничная площадка. И мы начали под лестничную площадку складывать уже туда 200-х. В принципе, на момент 5 марта мы уже 200-х всех успели идентифицировать, раздать родственникам. Вот хрест. И два остались, которых просто не было кому забирать. А хоронить уже возможности их не было. Ну, это как бы один из наших ситроенчиков. Это когда там влетело, я сейчас покажу. Он стоял задом. Это осколками повлетало, пробивало. Окна тоже все повыносило. Вот кресты наши. Это мы рисовали, как бы, чтобы было понятно даже проезжающим транспорту. Потому что начала по городу носиться военная техника. И мы очень переживали, что не сразу все сообразят, что это медицинское учреждение и мало ли что. Ну, мало, наши, как бы, кресты не помогли, вот вы можете увидеть результаты. Это вот, чтобы вы понимали, видите, сколько стекол, это все лежало здесь. Это было, когда, ну, зрелище страшное. Гуляет ветер, холодно. Это же февраль, начало марта, тогда еще минуса были. Все гудит, все свистит. Кругом осколки стекла под ногами. Ну, просто сейчас уже порядок навели немного. Стекла поставим, все будет хорошо.